Из страны восходящего солнца в край 100 тысяч песен приехал японский аспирант Мураками Такинори. Цель – выучить чувашский язык. Сказать, как его зовут, Мураками может уже на 20 языках мира. Сейчас аспиранта факультета иностранных языков Токийского университета интересует тюркская группа алтайской языковой семьи. К ней относятся и чувашский. Япония это Минлехулара Пурнатан. Токио. Отличительная особенность японского языка – в нем практически нет отдельных согласных звуков. Вместо них – слоги. Так если попросить прочитать японца слово «трактор», он, скорее всего, прочитает его как «таракутору». В этом и сложность, и интерес, отмечает Мураками. Мне очень нравится чувашский язык. А чем тебе нравится? Чем? Рызвок много. Мне интересует сравнительный синтаксис алтайских языков. Изучение языков у него получается очень легко, можно сказать. То есть голова у него работает как компьютер. Как я объясняю правила, он уже умеет строить приложения. Чувашский язык в летней международной школе нашего госуниверситета вместе с Мураками учат молодые люди из Турции, Швейцарии, Туркмении и Таджикистана. В свою очередь, наши студенты целый год осваивали иероглифы. В прошлом году у нас 16 студентов и один сотрудник выезжали на обучение на целый год в Китайскую Народную Республику в 4 вуза, 4 разные провинции. В этом году у нас выезжают люди в Венгрию. Что ж, пожелаем Мураками и другим студентам удачи или на японском камбате. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.